Пустырь, заросший бурьяном. 7 лет назад никто из орловчан и подумать не мог, что именно это место станет главной ареной развлечений и шопинга в городе. Впервые в Орле в одном месте есть абсолютно все, и это не преувеличение. Торговые галереи, кинотеатры, спа-салон, магазины, рестораны и кафе. Здесь проходят роскошные свадьбы и многочисленные концерты. На этой территории кипит не только культурно-досуговая жизнь орловчан. Объект быстро превратился в полноценный кластер делового туризма, где проходят мероприятия международного уровня. И вот буквально на днях строительство на главной площадке многофункционального комплекса завершается. Но впереди глобальные планы. Уже скоро здесь появятся уникальные в Черноземье остановочный комплекс с надземным переходом и эскалаторными группами. Через дорогу от главного здания в августе начнется строительство 3-го торгового комплекса площадью более 60 тысяч квадратных метров, где обоснуются гипермаркеты строительных материалов, электробытовых товаров и товаров для дома. В 2014 году начнут строить крупнейший аквапарк. Планируемая площадь комплекса достигнет 300 тысяч квадратных метров. Скоро и добраться сюда можно будет намного легче. Будет построено 2-е разворотное кольцо для трамваев 1, 3 и 5. Прорабатывается даже вариант прокладки троллейбусной линии. Появятся новые светофоры, а проезжая часть станет шире еще на 3 метра. Итоги 7-летней стройки на основной строительной площадке подведут 5 августа. Изюминкой дня города от Грина станет грандиозная развлекательная программа. Начинается все празднование с 2 часов дня. То есть мы приглашаем всех родителей с детьми. Будет более детская программа на центральной площади. Это МК «Грин». Будет выступать орловская группа «Фитнес Клаб» своими композициями. Позже будет выступать группа из города Москвы «Жар птица». Но главным и долгожданным гостем останется все-таки группа «Бандераса». Ровно в 23:00 небо над Грином озарит абсолютно лазерное шоу. Ирина Комнатная, Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».